не принимал гостей 3 месяца. Такого не было за всю 156-летнюю историю. На первый после карантина сеанс уже продано 2000 билетов. Максимально одномоментно зоопарк готов принять сейчас 6200 человек. Купить билет в зоопарк можно только онлайн, пройти через центральные ворота, проход бесконтактный, через турникеты, на полу специальные дезинфицирующие коврики. Приходить посетители просят в масках и перчатках. Каждые 2 часа уборка территории. Павильоны пока будут закрыты для посещения. Посмотреть можно лишь животных и птиц в открытых вольерах. Питомцы за 3 месяца отвыкли от людей, предупреждают работники зоопарка. И просят их вести себя ненавязчиво. Они уже расслабились, забыли, что такое публика, забыли, что такое крики, забыли, что такое шум. И, конечно, мы просим посетителей, которые придут, тоже деликатно себя вести у вольер. Питомцы наши ждут. И они очень социальные, они тоже скучают. Среди тех, кто особенно соскучился по посетителям, это панды, пингвины, приматы и жираф. Говорят, что он настолько социальный, что за время самоизоляции соскучился так, что может подойти и даже лизнуть руку. Очевидно, что по людям в своих вольерах очень скучали приматы. При виде нашей съемочной группы, к примеру, вот эти разыграли настоящий чемпионат и очень оживились. Кстати, за эти 3 месяца в зоопарке появились птенец у черного аиста и щенки у кустарниковых собак. И вообще, говорят работники, после карантина здесь ждут бэби-бум.